Да? Да, я хотел вас спросить, сколько вам платят за, за то, что вы здесь стоите с драконом вместе? Добрый вечер, дамы и господа. Теперь мы вас встречаем здесь. Все замечательно. Это самое лучшее место препровождения. Вот, вот это место. Место препровождения. Сколько вам платят за то, что вы стоите здесь с драконом? Не будьте такими материалами. Так, мужчина, отойдите. Пропустите женщину. Отходим. Отходим. Отойдите. Отойдите. Thanks. No, 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 that's fine. It's TV program from Russia. Very famous. You want to get some injury? You want to have some injury? Very popular Russian program. Возьми интервью. Так, значит, вот это наш знакомый, скажите, Гриша, как вы, это его как зовут вы ухаживаете Гриша. За своей бородой, пожалуйста, расскажите. Как вы Гриша, он малословен. Ну а ты давай голосом Гриши что-то скажи, типа Гриша что-то говори. Говори. Не-не-не, я не буду такими вещами заниматься, потому что Гришин голос, он не повторит. Потому что Гришин голос не продает. Окей. We'll see you.